Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве ZTE Blade A7 2019 года включить режим загрузки из неизвестных источников для приложений. Для этого в первую очередь открываем настройки, затем переходим в раздел «Приложения и уведомления», «Дополнительно», «Специальный доступ», «Установка неизвестных приложений». Затем выбираем приложение, которое мы хотим дать доступ к загрузке из неизвестных источников, к примеру, Google Chrome. Ставим здесь галочку, и теперь мы можем устанавливать из неизвестных источников через Google Chrome. То же самое мы можем сделать с остальными приложениями из данного списка, к примеру, со стандартным браузером. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!